Всем привет! Девочки, смотрите, что я готовлю. Грибочки с картошкой, с кабачками. Осталось только сметаной залить. Вот, вот эти грибочки. Я, кстати, так и хотела прям купить лисичек у бабушек. Ну, на базаре. Но оказалось, что лисички у нас продаются еще и в магазине в Ярче. Вот такую большую упаковку взяла. Ну, кстати, аромат и запах такой же практически, как из леса. Думаю, и вкус такой же. Всем доброе утро. Вот что получилось. То, что вчера я готовила картошку с грибами, ну, здесь кабачки, и сегодня вот это все пойдет на обед. Девочки, что-то я не ожидала, что будет столько воды. Я вообще не знаю, откуда жидкость, потому что вчера все выкипело уже. Может быть, от курицы. Ну, у нас бывают такие межениновские, что там накачивают, и потом вода с них вытекает. Это вот на обед сегодня будет вот такая масса.